Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня у нас очередной выпуск журнала «Солнечная система». 76 по счету. Давайте приступим. Вот такие у нас деталюшки. Солнечная атмосфера, исследуйте супергорячие газы, растянувшиеся на миллионы километров от поверхности Солнца. 20-летняя борьба женщин за право на полет в космос. Подозрительные встречи с загадочными людьми в черном. Так, наконец-то прошла неделька. И мы с вами поставим эти опорки. Будет у нас уже колонны. Ночью день колонны держаться. Вот опять наш Теллурий. Солнечная атмосфера. Так, Гелиос. От света к тьме. Нет, лучат к тьме, к свету стремится. СССР. Знаменитый наш космонавтка. Наш космонавт. Так, у нас опор центральной колонны. 4-миллиметровый солнечный винт. Большие временные пластиковые ножки, шестерня с 91 зубцом. Короче, в 77-м выпуске опять ничего интересного. И как вы могли заметить, инструкции тут тоже нифига. А это значит, что... Секундочку. Будем искать инструкцию в предыдущих выпусках. Так, у нас... Где у нас тут все журналы? 72-й, 71-й, 70-й. Что-то... А, ну да, вот она. В 71-м выпуске у нас инструкшн по сборке. Так, ну приступим. 76-й нам, как вы понимаете, нафиг не сдался. Так. И мы начнем с вами собирать всю эту конструкцию. Так, первым делом мы это все распакуем. Сейчас у нас конструкция станет повыше, поскольку эти ножки по высоте выше. Так, ну, опять хороший скотч. Ля-ля-ля-ля-ля. Да чтоб тебя. Есть. Так, вот такие вот у нас будут высокие ножки. Вот такие были. Разницу, я думаю, ощутить можно по высоте. Считать как... Две такие с копейками. Ну, сейчас приступаем. Так, нам надо этот установочный винт сюда установить. И закрутить. Так, давайте его на ключик наденем. Когда же я куплю шестигранники новые, а? Надо будет позаморачиваться этим делом. Так, где-то тут подходящий по размеру есть. Давайте мы его закрутим. Так, что-то так. Опа. Пошло дело. Да, так. Дальше. Дальше больше. Дальше нам нужны вот эти вот. Наконец-то кольца. Уже такая у нас уже третья по счету сборка. Когда мы обращаемся к этому набору. В первом мы собрали основной отсюда. Во втором, скажем так, собрали предыдущие. Эти взяли винты. А сейчас уже третий же берем эти прокладки.
Ну, прилипнет к чему-нибудь. А не к моим пальцам. Так, надо тут зачистить. От этого скотча остались следы. Следы. Вообще, зачем их скотчем приклеивают? Они что, из стекла что разобьются. И поцарапаться они не могут, потому что они все в своих пазах. Чтобы не гремели, что ли. Так, ладно. Зайца почистил. Так. А и какой стороной у нас, куда она крепится? Ну... Блин, этот скотч вообще не хочется этой железяки слезать. Так. Приступаем. Нам надо это сюда. Да, потом это сюда. Так, здесь как у нас нормально, никакие литники не торчат. Что-то как-то... Да, вот он. Литничек. Опа. Так. Теперь вот уже другой разговор, как говорится. Так. Дальше мы... Да блин тебя. Это все устанавливаем. Лучше, наверное, по-другому. Без ногтей, конечно, очень хреново все это держать. Все скользкое. То, что хромированное. Так. Дальше мы достаем нашу конструкцию, которая вся разваленная. Так, ну давай. Называется крах Солнечной системы, блин. Ладно. Не беда. Как говорится, прорвемся. Так, тебе снимем. Ты нам сейчас нафиг не сдалась. Давайте, нам надо заменить эти ножки. Первоочередная задача. Ну... Одна есть. Вторую сейчас тоже собачим. Теперь она может встать в паз. Сначала устанавливаем подшипник. Теперь это накладываем. Берем второй подшипник. Так. Дальше нашу мега втулку. Которые даже не знаю, но заподлицо должно становиться или как. Тут нету продолжения. Это по сборке нету. Ну, наверное, заподлицо, да. Так, втулку. На колонну в высоте по последней фазе добавляется шестерню, четыре звездочки и втулки. Ладно, потом по месту определимся. Сейчас нам главное это зафиксировать. Опа. И все, мастер. Давай, не вываливайся. Что ж ты все вываливаешься? Мы это зафиксировали, как можете видеть. И устанавливаем солнце. Теперь оно понадежнее держится. Если это можно сказать понадежнее, потому что оно все отсюда тупо вываливается. Поднимать теперь надо будет держать вот так вот. Берем вот эту шестерню, колонну Луны. И устанавливаем. И ищем, куда у нас улетела Луна. А улетела она вот сюда. Что, все.
Вот теперь у нас более, скажем так, собранная конструкция. Получилось вот так вот. Так как бы оно не очень рухнуло бы. Так вот, покажу немного сбоку. Оно на данный момент вообще не держится никак. Как видите, оно проваливается. Ну, собрал-то ее по теории правильно. Машина не должна будет держаться, у нас здесь дохрена чего держится за счет гравитации. Значит, оно будет все на опоре стоять, на центральной системе с механизмом. А может быть еще где-то что-нибудь, скорее, возможно, скорее всего, сверху будет установлено, еще, у нас же еще будет сверху установлена шестерня. И, возможно, также установочным винтом будет притягиваться и все будет держаться. Так что вот так вот, ребята. Мы закончили еще один этап сборки. Следующий у нас будет шестерня, которую мы будем куда-то устанавливать. Возможно, вот она и будет, скажем, сверху устанавливаться. Так что вот так вот. Ну ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем счастливо, пока и до встречи.